Всем привет, это продолжение моего ФФА сериала на десятерых в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то перейдите к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео, ведь всегда интереснее смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра. А у меня что, мы на одном континенте, у меня генерал есть. Русский, так тебя забирают или что? Ну что, друг, забирают. Момент истины. Нет, уже что ли? Не, ну я или воюю сейчас с тобой, или мы подписаны. Не, давай воевать. Будем воевать, Арчи. Нормально. Ну блин, надо, значит, нападать мне на русского. Нет, ты союзник как бы. Так, по-моему, пора построить монумент в стольне. Говорят, хорошая вещь. Потому что дальше не депасить. Врут. Врут, да. Димка, я тебя не узнаю, как это ты на кого-то воевать пошел. А то, что я до этого забрал быстро ГГшку, тоже не узнаешь. Ты же обычно на этом 50 армии сидишь. Да как ты камикадзе задал? Да нет, я в принципе... Я сначала думал... Не надо было с тобой воевать, нормально. Не, я на самом деле сначала думал, бразилец так близко, мы на одном континенте, потом увидел, что у меня сосед русский на одном со мной континенте, и понял, что не вариант. Надо воевать. Украина, видишь русского, выноси. Или он вынесет тебя. Потом. Потом да? Вынесет по-любому. Кстати, у нас там с Едвигой тоже такая же ситуация. Но с Едвигой там спорно, если он идет в культуру, там ну, да. Он идет. Нет, точно там, нет, там понимаешь, он, человек... справа, там в гусарах выходишь и да. Вперед. Ну, в 50 на уровень, сколько быстро, не понимаешь, не паришься. Это Арчи, ребята, что вы обсуждаете? Это 100% кавы, и снос меня и японцам полетит. Первым делом. Может быть, он сначала заберет бразильца, потому что он слева у бразильца сосед. Бразильца нет. Таких заберет нет. Так, чтобы потом на перешейке с Греем воевать спокойно. Ну, бразильца ему тут особо нет смысла забирать. Ну, почему? Ты как раз к тому времени, когда он выйдет в Каву, отстроишь кампусы и нормально. Он так тебе... те города, которые там стоят, там нету кампусов. Тут, тогда никого я забирать не буду, я мирный. Когда он выйдет в Каву, ты, у тебя будут уже кампусы. Там? Нет. Там нету джунглей. Ну как, в Нижнем нету, в Сальвадор-де-Бае нет джунглей и нет гор? В Сальвадор-де-Бае есть, но он сейчас отожрет Сальвадор-де-Бае. Эх, ребята. Тут драма разворачивается. Сейчас ускорится математика. History is the version of past events. History is the version of past events that people have decided. Without mathematics, так. There's nothing. Ой-ой-ой, немец, ты армию начал строить. По ходу подряд число увеличивается. А, немец, что ты скажешь в своё оправдание? Я не. Нет, я, наверное, пока ничего не буду менять. Что ты можешь построить там армию? А что в феодализме? А, феодализм еще не открыт. Да ладно. О, я всех встретил. Я молодец. Австралию не могу никак встретить. Бразильские разведчики аж группы пошли в другую часть мира. Так. Не Барчи найти, он где живет? Слева. Он тебя найдет скоро. Сам. Он слева от Конго живет. Обойди Конго сверху. Ты меня... Снизу. Нет, сверху. Снизу буду я, и ты не обойдешь. Сверху я тоже там не обойду. Ну, значит, все. Значит, не встретишь. Так как-то все спокойно русского отдали.
Вот так вот, да. Так это, по-моему, сам русский, да, сам русский как-то спокойно себя отдал. Чему отдали? Я всего лишь один город взял. Дайте денег русскому так, чтобы как эти. Да. Я отдал бы, но я купил клетку. Для кого? Для себя. Дикарь. Я русского даже не знаю, не видел его. Ты же не дикие люди, ёпта. Кто такие русские? Клетки себе покупают, вообще. Вы нас уничтожаете. Ой. Вся культура, он там этих настроил, да? Сколько культуры? В игре, когда дофига культура. Блин, я объявлю войну русскому, просто... Мне кажется, Преслов... Да, и на самом деле, его 70 культуры мне волнует намного больше, чем 10-го арчи. Блин, как мне закрыть это упоминание, что Сандро построил Колизей? Ну, у меня уже ходов 5 висит. Никак. Помни! Вот оно тоже висит, да. Помните, кто построил Колизей. Да мы и так помним, успокойся. У меня оно вообще не появлялось, так что. А там одновременно два построили. Сарик, Кир, а ты зря строишь или этот Стоунхендж. Я уже давно не начал. Ну не успеешь, по-дружески говоря. Ходят Серега, слухи, что Америка захватила Новгород. Хватит, а? Русский, ну ты там армию-то строишь? Строй, конечно. Ну может, хватит. Хорошая игра, да. Пока не... Эти американские агрессоры. Юниты не буду строить. А. Строители. Ну давайте. Плюс еще у меня пирамиды. Кучу дают. Действительно, все дело в них. Пролагивает, конечно, так основательно. Что-то город еще падает. Захватывает? Мне ничего не захватывает. Это мне не поможет, да? Да кому ты нужен? А что там, на американца никто напасть не может с другой стороны? Кто? Японец, можно проход? Нет. Вот так вот сразу. Нет, и все. Вот, а я японцу помогал, да? Где мои 13 золота? Блин, да у меня уже все, кто мне дали деньги, все его обратно забрали. Все, блин. Логично, деньги как бы мне нужны были для войны. Апельсинка на трейд, кому надо? Кто на трейд? Апельсинка. Ну, посмотри. И какао на трейд. Что на трейд? Какао. У немца есть какао. А я немца единственного, кого не нашел. Царь Кир, там у немца армия, когда ход увеличивается. Уже 3 хода подряд. Да не увеличивается, она... По 10, что ли? Учитывая, что 150. Короче, не знаю как, но она увеличивается по 10. Есть трюфели цитрусовые, кому надо, обращайтесь, поляк. Короче, у меня развед, знаешь, где между Конго и этим... И японцем где-то там бегает. Нет, ну поляк удивительный старт для поляка. Слышишь? Ну да, я сам удивился. Да, там кампус мне нравится, который там стоит. Даже дело не в кампусах, нет. Да нет, кампус стандартный. Всем, да, всем деньги отдал. Здесь именно вот то, что лисы и трюфеля, это, конечно. Ну да. Не, ну и кампус нормальный, плюс 5, против моих плюс 0, плюс неплохо. Плюс 5 это у нас же ГГшки, ой, ГГшки эти, скажи. Ну да, ГГшки дай. Лишний там плюс. Не, ну там, ладно, неважно. Вон, я смотрю, военный лагерь уже у Арчи появляется, ну понятно. Нет же, Хенни. Вот лучше бы ты на него нападал, а не на меня. Да нет, Вова. Я Преслов даже не заметил, блин, честно. Я вот учту это. Ну, кто же виноват в этом? Да, я это учту. Просто я привык, что помощь такую не оказываю. Там спокойно как-то все проходит. Ты тоже молодец, если нет, почему не говоришь.
Спасибо. Твой дуболом, который он поднялся, он был яростный. Блин, а кто ж ты? А, ты успел все-таки тебе? А сколько ты устроил? Build with them. Два входа, да, пойдет? Блин, у меня три оставалось. Сейчас бы два было. Я предлагаю Сарчи хотя бы не торговать, что ли? Кто он на трейд апельсинкой? Смотри, он над тобой еще издевается. Сейчас Старчи забирает на плюс 2 от универов. Да, мне бы как греку столько места. Да, у меня место хлам. Там у Персии и Польши намного лучше. Пройдили три клетки земли, ты понимаешь, тут три клетки. Вот, вот эта вот шея, шейка такая вдоль побережья, справа горы. Не, ну понятно, что у кого-то может быть хуже, но я в плане... Есть люди, у которых место лучше, чем у моя. Блин, я не понимаю, Конго, у тебя тут куча прекрасного места. Какой нет, это Лёжа? Алексей, это морские города, они так быстро не раздаются нормально. Я бы проще забрал тебя, понимаешь, это очевидно. Слишком столь не близко расположен. Все, все для нас. Для нашего союза, сюзеренства. Обезгорания, не знаю. Чё, я 700 часов еще просто так наиграл, я место не различу, что там не очень хорошее место. Раз даже Грей его не заселил, он тоже, видишь, вот только сейчас там города ставит. Не, не буду я ремонтировать домашние укрепления. Ну, потому что Грей как бы поопытнее меня, если бы он не заселил бы эти места, я бы поверил, что они нормальные. Даже раз он их не заселяет, понимает, что их не развивают, что не сразу в смысле. Австралиец, эта армия растет, на 15 выросла. Все пропорционально твоему росту. Что-то тут не так. А вы говорили, без варваров будет скучно играть. Я же сразу сказал, что нет. Ну, все равно скучнее, чем с варварами. Да, потому... Нет, а что скучнее? Смотри, люди... Плюс я не могу эврики нормально получить. То есть мне надо либо на ГГшку нападать, либо там еще что-то понятно делать. Ну, много всяких извращений делать приходится. Все равно, мне кажется, забирание поселков у государства, знаешь, веселее. Плюс, как бы, да, я бегаю поселенцами, у меня там 4 посела без охраны вообще бежало. Ну, пропало, не, ну да. У меня вот тоже 3 посела без охраны бегало. Это мы заметили. Перс, по возможности, будет очень хорошо, если ты... Избежишь союза с греками, с немцами. Мне, кстати, Германия предлагала дружбу. Это грек говорит. Так что я ищу союзника есть себе. Кто хочет быть моим союзником? Так, судя по тому, что у Америки 400 армия, а у России 100, Россия все-таки реально проигрывает, да? Угу. Ну, не знаю, там стены надо идти купить. Блин, ну ты что, заберешь оленю, что ли? А да, тем временем поляка делает науки. Да. Это вообще изверг просто со мной. Не, ну я могу в центр поставить, но это еще хуже, мне кажется. Да это будет отличный вариант. Че, никто союз не хочет заключить? Кто с кем? Давай я заключу, кто это? Давай. Да, и я бы с японцем тоже заключил союз, почему-то. Я бы тоже. Ну то заключайте, господи. Нейтральная сторона такая. Да, там, по-моему, все у него в союзе, в друзьях. А почему нельзя, ты не вышел еще? А, ну, видимо. Ну, подождем еще. А во что нам надо выйти, я забыл? Госслужбу. А, я просто... А, блин, так я по другим этим пошел. Поэтому я и спрашиваю, кто-нибудь вышел в госслужбу? Воу, у Германии 0 кампусов, как так? Слушай, если Япония сегодня такая добрая, мы же совместную войну, а? Потому что у меня еще нет ни одного кампуса.
И у тебя 36 вход, как у меня. У тебя у меня куча кампусов. Чит? Там, да. там 90 науки вход. Так что... Ты про свою культуру не забывай. Ну, культура мне не сильно поможет. Не скажи, культура это очень, конечно, это сильно. А кто-то объяснит, где я взял науку без кампусов? Я просто реально не понимаю. Население. С населением? У Арчи университеты, как бы. О чем ты говоришь? Как? У немца, у немца. А, у немца. Вот у меня кампус... 32 науки вход, охренеть. Но у меня столько же, но у меня кампусы в трех городах. Там у меня тоже 38 науки. Без единого кампуса, но это как бы маловато. Это просто население. Я австралиец, у меня 4 кампуса хороших таких. У меня как у них, у которых нет. Ну, мало ли у них там железо завезло. Завезло очень много. В каком чае, я не знаю. Открой секрет. У меня есть барьерный. Две науки, вау. All that glisters is not gold. Often have you heard that. Теперь все ясно. Арчи, я тебе привел это посетителей в Киншасу. Так, я где-нибудь строю рабочего? Нет, я думаю, надо ставить... Арчи Камикадзе. Надо ставить вместо... Встречай хлебом с солью там. Вместо строителей плюс 2 к жилью. И вместо одного производства бонус от соседства кампуса. 8 городов, охренеть. Да, не очень. А мы конечно. Тут уютимся. У кого там 8 городов? Кстати, у немца тоже могло бы быть 8, но он что-то не расселяется. Блин, Конго, я только хотел тебя предупредить, что там поселенец бежит. Ты видишь? Или вы договорились между собой? Да, мы договорились. Как бы договорились так, что Грей забирает. Так, ну я смотрю, японец тут войска подвел не для помощи мне, да? Ну, не знаю, открой мне границы. Я просто не вижу, а зачем японцы помогать? Русскому. Я помогал японцу в свое время, потому что я думал, что он не поможет против русского. Сейчас зачем помогать русскому? Ну, вообще-то русский мне тоже помогал. О, военлагеря. На Фукуоку. Ну, я тут смотрю из того... Я стратегически не вижу смысла в этом. Ну да, мне на самом деле выгоднее тоже русского брать. У него шикарные места для роста. О, хорошо по науке ушел, пока не съехал. А сколько у него городов вообще? 5 было. А, 4 было. Городов, чё конечно, там? Мало. Ну, чё там у кого? Не, я просто говорю, зачем как бы за русского вписываться. Ну, мне как бы ради Тулы тоже не особо. Ну, Питер, если. А Питер мне американец не отдаст явно. Ну, Питер слишком хорош для защиты с точки зрения со стороны японца. Поэтому, здесь его не отдам, да. А он со всех сторон, по-моему, хорош. Он со всех сторон речкой окружен. Там горы, главное, чтобы юниты не смогли пройти. А, нет, так я сбоку ж на него могу. Просто справа и все. Ты убил коняшку. Это первый юнит, который ты убил? Да. Сейчас война перевернется в мою сторону. Уже чувствую победу за мной.
идеально, это когда ты делаешь так, что у тебя до стримени остается один ход. То есть ты получаешь эврик один. Чё в этом идеально? Как? Что? Ты успеваешь построить коляски? Что, Дим? Не, ну в этом плане, да. Так. Опять ты за своё. Что за своё тут, Арчи, понимаешь? 90-й на луке. Чем я против Кавы обороняться буду? Ну, хотя ты рыцарями хочешь? Хотя бы рыцарями. Рыцарями ты против Кавы долго будешь обороняться. Да ну не скажи. Наоборот, очень мало будешь обороняться. Да ну. Чё-то все лето. Точнее, вообще не будешь против её обороняться, да? Да ну. Там Кава раз прибежала, всё смела на своём пути и всё. Ясно. Чё-то все лето не завезли. У меня, оказывается, на том месте, где мне появился в первый раз посел, оказывается, было железо, 3 селитры. Сворачивай город, веди обратно. Да вот я думаю об этом уже. Не, просто как бы учитывая то, что я понтон хороший взял как раз на стратресурсы. Кто-то мне подсказывает, что если мы будем играть заново, то будет примерно точно так же. Да, я бы взял оттуда, потому что, блин. Чё? Религию принесешь? Религию? Да. Не. Она просто, блядь, ой, она не распространится. Ты ж видишь, уже поздно я ее принял. И у меня просто этот Стоунхендж так случайно. Зря ты взял, нафига. Взял бы просто счастье. И тебе принесло это 10%. Да? Конечно. А почему ты раньше мне не сказал, Дим? А я не знаю. Почему? А? Зачем ты ванилью вообще берешь этот 1%? Ну, мне кажется, процентовка все-таки 10% к производству, допустим, это неплохо. Но для этого нужно, чтобы 10 жителей было обращено. А так у тебя получается во всех городах плюс 1 счастье. 1 счастье — это примерно 5% ко всему. Ко всем производствам. Да, я понял, что я уже ступанул. Все, хорош меня макать. Да ладно, я шучу. Нехорош. Я тебя до конца буду. Че, знаешь, хорош макать? Хорош все. Так, как бы тебя так обстрелять-то откуда-нибудь? А можно не обстрелять? Не, нельзя, не получается. Хорош лагать, а? Ну, это, видимо, во время войны, видите, кто-то воюет и не особо... Жестко причем, так все висит так, что ну, ничего не происходит. Сделать ничего нельзя. У меня вот только сейчас пошли сообщения об уроне. Про лаги такие основательные, это да. Ну поэтому хорошо, что без варваров играем. Да ну, с варварами мы бы уже влияют на обычное время. Конечно, на переход хода только влияет. Что если... Что если нет? Нет, это плохой план. Конго, ты мне можешь дать право прохода или ты японец? Мне как-то добежать я хочу до русского. Ты обеги снизу, получается, Сидзуока, вот Киот. А ты открой плавание просто, и вот по воде проплывешь, и все. Чего такие буки, да? Ну, меня раздражает, когда у меня тут сидеть, их бегают, никто ж не думает, чтобы аккуратненько бежать. Обязательно будут скаутами так становиться, что... Я чисто напрямую буду бежать. Про это и разговор. Тупо включу прям туда и побегу, да? Включил форсаж и побежал. Блин, где взять деньги? Украсть. Я, кстати, ни одного этого не увидел. Где караваны? Русский. Куда кураваны. Куда ты дел кураваны все? Я обещаю, я буду очень аккуратно бежать. А потом могу даже союз заключить. А чё потом? Я там тебе сделку перекину. Ты что, её забил на них? Сейчас, подожди. С
смотри, я там тебе обмен предложил и согласился, иди беги. Ты беги прямо, не останавливайся. Мне нравится фраза. Ходят слухи, что Ярославле грозит осада, он в осаде уже стоит, который ходит. Ну не обманывает. Давайте, наверное, возьмем... Грозит? Бонус к апгрейду. Попробуем. Грозит. Грозит. Следующим ходом стриме откроется. Что-нибудь апну в рыцарей. Да, а что странно, кстати, текаловая, понятно. В рыцарей всадники или... Ага, нет. Вот эти ребята. Она тебе надо? Нет, ну а что ты будешь делать? Просто развиваться? Да, зачем? Что мы? К2 хода открою теологию. А, один ход. Как раз. Нет. Ему наоборот надо защищаться, скажем так. У него в два раза больше науки. Просто два. Х2. Он у тебя в два раза, в два с половиной больше культуры. Да, я заставлю всех носить свои джинсы и слушать греческую музыку. Не, у тебя в три раза больше культуры. Ой, что-то... пожалуйста, только не греческая музыка. Что, совсем плохо? Да, именно современная, это вообще жесть какая-то. Ну да, 115 культура это сильно. Ну, я говорю, что мне это пугает намного больше, чем вот эти вот непонятные, сколько-то, 80 науки. Я думаю, это сейчас надо Махеджидара мне снести. 103 вообще-то, не 80. Ну, 100. Да мне кажется, там к массе есть, а не Махеджидара. Махеджидара столько не даст. У него компасы сидят. Ну тут везде дороги, чтобы проложить. И на Мадоле сидят. Америка, может, хватит? Чё, хватит? Может быть, всё там? Остановись. Зачем? Какой смысл мне останавливаться? Россию забрать, да? Ну, я сейчас отхиляюсь и пойду дальше. Где вы там, ребята? Потому что у тебя сила 93, как бы это, ну, слабоватенько. Димка, а можно дружбу? Я с тобой готов заключить союз в плане, чтобы буст получил. В плане ты разведки. Да. Меня больше разведка волнует. Но я пока еще 5 ходов. Короче, ты понял, кто твой друг на этой карте. Я вообще поддерживаю эти действия по выпиливанию России. Это правильно. Я просто считаю, что мне нужно разведать вторую часть карты, а я только за это буду кидать союз. Я тоже хочу, потому что там они, друзья, они дают проход. Да. Мне бы тоже с кем-нибудь союз. Потому что мне эта монархия нафиг не уперлась. Ну да. Я предлагаю союз всем. Это Германия. И австралийцу союз предлагаешь? Не, австралийцу не предлагаю. Какая избирательность в слове все, да? Австралийцу мне просто не нравится. Я на законку просто. Развиваюсь, и потом пройдет никакая. Место-то у меня лучше, чем у меня. Надо пойти поставить. Надеюсь, Питер хоть не так быстро упадет. Не знаю, у меня юниты прокачались еще, так что... факт. Но место тут хорошее. Не, ну место хорошее, там со всех сторон речки, но у меня как бы прокачка на речке. А, слушай, Перс, ты знаешь, что за копьем Фина еще куча земли? Нет. Теперь знаешь. Если у тебя прокачка на речке, то скорее... Серьезно, да? ...хуже будет атаковать. Да. Я там кучу деревень нашел. Не, ну как? Прикольно. Не утёса же брать. Австралия, дашь право прохода? Что говорит? Бразилия. Взаимное только, кидай. Естественно, кинул. Слушай, а ты кто не хочет железо купить, а? Все равно мне же не пригодится. Ну вот так сразу это, Сандра, прям... отреагировать на информацию. Да не, на самом деле там все строилось просто. Да, именно, выглядело именно все так. Зачем ты в Питере ставишь акведук, это взял точку и споганил. Там, кстати, у поляка еще места есть незаселенные, тоже очень классные. Ну там вниз, если идти от поляка, там между Поленки, там Бреславом и так далее. Мы тут с Камикадзе делим какой-то бесполезный кусок земли.
меня уже один город сейчас до трех вырастет. Красавчик. Слушай, это ты... Это ты мечниками отбиваешься? А кем, о чем нападает американец? Мечниками. Ну, всадники потом пришли. У вас там современная война. Да, они тут, блин, жгут. 250-й год нашей эры. О чем? Все нормально. И 122 науки. Примерно в это время вандалы сожгли Рим. Да, ну ты что, не вандалы? Куплю лошадок за люкс. Давай. Выбирай. Давай не будем у Арчи люксы, Арчи, давай. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Конечно. Я ему люблю какие люксы, наоборот. Я ему лошадок дам. За люкс. Лошадка у него есть. Так ему, видимо, вторая нужна, нет, чтобы бить. Нет, он хочет двух лошадей. Вот. Цитрусы. Ну это низкий поступок. Цитрусы — это хороший вариант. Ну ты же идешь в каву, камикадзе? Нет, я не в камикадзе, тут ситуация как бы очень простая. Не, я на следующий ход в каве, так что... Блин, ну это беспредел. На следующий ход уже? Охренеть. Это неудивительно. А зачем тебе прям... Я рыцарство не открыл. Ну только у меня лошадок нету, который камикадзе вынудил меня ему отдать. Давай я тебе дам. Какой стратегический план. Давай. Хороший. А зачем вам давать ему лошадок? Действительно, не буду давать. Меня убедили. А есть. Ну, не дашь ты, дадут другие. Вот, а вот. Зачем? Кино зачем? И еще что-то на обмен. Ну как, разделяй власть. Карточки и так уже все разделил у вас. Но. Вы его должны остановить. Ну, если он быстро выиграет, то, в принципе, может быть. Не, ну, какие там. Господи, есть. Нифига тут арбалетчиков. Шел Арчи на земле. Вот он пришел. Да я так, разведка пришла. Да, Арчи тут отдыхает, тут такой грех, что... Не, ну на самом деле странно. Ладно, я понимаю, мы с Алексеем воевали, да, но у меня вот 40 науки, там у него там сколько? 40 он тоже. А остальные-то чё, блин, там? Сандра, у тебя там чё, у грека? Вы же, блин, должны тоже его догонять. У грека я не понимаю, что там с наукой, потому что тут вообще нет. А нахрен такая наука не нужна при такой культуре? Да как, что значит, а ему такая наука нахрен не нужна? То есть, когда тебя приносят ошибать более современными юнитами, ты типа им песни поешь, да? И этим их отпустим. Он военный инженерий уже. Хотя вообще из культуры у него офигеть. Как бы по науке мы вроде не отстаем сильно, ну просто это из-за расселения, наверное. Сколько у тебя? 6 городов, японцы. Ну, кстати, да, если быстро выйти в военный инженер, только Валерий, в принципе, там ничего не сделает. Там минимум корпуса нужны. У нас же действует, да, правило, то, что как только у нас военные инженеры, тараны не работают. Нет, у нас действует немножко другое правило. Нельзя использовать тараны с мушкетерами и с кавалерией. Да. То есть ты смотришь тараны не думал, на чужую, а осадной башни на себя. Ну, аналогично. Я еще же осадные башни нельзя использовать, когда стены эпохи Возрождения. Нет, стены... Когда есть стены, все можно использовать. Когда вот именно... И, грубо говоря, ты не даешь бонус своим юнитам. Да. Пофигу на то, какие стены там у врага. У него там может быть хоть военный инженерия 110. Ты можешь спокойно на них пойти с тараном. Но главное, чтобы это были такие древние тараны. Грей, а ты в каву шел или нет? Нет, я не шел в каву, зачем? Странно, зачем ты говорил, что там объявляешь войну ГГшкам, там, я так понимал, рыцарями убить кого-то хотел. Это я просто говорил. Блин, надо... Было все-таки на производство юнитов взять. Так, а где тут можно будет на холмах?
Блин, каждую игру спрашиваю. Какая теха позволяет на холмах фермы? Феодализм. Госинженерия. Нет, не феодализм. Вот госинженерия ближе скорее. Строительная инженерия. Ну, строительная. Строительная инженерия. Госстроительная. Ну, на холмах можно, если она рядом с рекой, по-любому можно, а так... Поляк уже армия наращивает. Поставлю автоматом исследовать. Че? Вы меня сносить собирались. Да, слушай, завязывай, я тут смогу. Сейчас начнется, да вы там, сяки, косы. Лёша предлагал сносить меня, так что я обиделся. Понимаю. У него все нормально, так армия пошла в рост. Обиженка, фу. Чё, Кир, у тебя там дружба еще идет с ним? Идет дружба, идет. Слишком долго арбалетчики. Джейк, у тебя есть одна особенность, ты отвечаешь за тех, кому обращаются люди. Что у меня есть? Одна особенность, ты начинаешь отвечать за тех, кому обращаются люди. Эту партию подруги замечают. Так, я понял, что вы друг друга любите, я смотрю. Нет, ну просто я хочу с Киром поговорить, а Джек стреляет. Да-да, у меня с ним... Киру нет смысла отвечать. Ну ты в курсе, что ты в игре, у тебя тут 10 человек играет? Ты пытаешься кого-то заткнуть просто на ровном месте. Я обращаюсь с Киру. А что он затыкает? Я сейчас отвечаю, вот. Я подписал с немцам дружбу. Блин. Она пока есть. Пока есть. А ты будешь со мной еще дружбу подписывать? Ну, посмотрим, как там пойдут военные действия по карте, а там посмотрим. Вообще, как бы, не вижу смысла там особо воевать. А пока есть место. Вот не помню, когда я с русским дружбу... Там будет видно. Заключал. А где крыш живет? Он за тобой, да? Конго? Нет. Что-то мне его культура не нравится, надо к нему в гости съездить. Я его прячу. Ты хочешь взять Петербург двумя лучниками, двумя мечниками и лошадкой? Если ты еще с этой клетки бы ушел, было бы вообще шикарно. Ну, уже только следующим ходом. Да. Быков, что нам эта дружба? Я даже не знаю, где ты. Я от тебя слева. Через Преслав. Всадники скачут, Алексей, слышишь, тут всадников путь. Куда, на меня? Ну как, на нас. Ты думаешь, он на одного нападет? Раскатает как только в путь. А у тебя с ним нету дружбы? Нет, конечно. Подожди, всадники? Ты открыл госслужбу? Подожди, всадники скачут? Потому что я уже в рыцарях давно. Ну как бы тебе сказать, всадники, я имею в виду кавалерии, которые будут. Всадники с мушкетами. Да. Они такую особенность имеют, мечи на оружие меня. И потом вваливаться. Вот 350 военная мощь. Блин. Сколько там? Три всадника. Что, мне придется? Ого! И трех хватит, мне кажется, знаешь. Ну, 3К, в принципе, да, может хватить. Сейчас такая интересная ситуация получается. Немец настроил колясок, я по этих рыцарей. Ну и, соответственно, меня сейчас пойдет. Мне же обороняться нечем тупо. Как это нечем? Ну, у меня есть несколько арбалетов и генерал, но... Ну, так а против рыцарей легко обороняться. По-моему, вот этот вот товарищ с копьем, как его там, пайкмен или... Не, ну, пикинеры-то, конечно. Пикинеры будут их рвать, этих рыцарей, в хламидло. Не, ну в них нужно было выходить, этих пикинеров. Настроить немец... копейщиков. Сейчас-то можно взять, построить копейщиков, выйти в пикинеров. Это, по-моему, очень быстро можно сделать. Ну, да, в принципе. Ну, если 14 золота вход, и промки нет. Сейчас будет, объявят войну, все будет. Да, промка появится.
Австралиец. У меня настолько ее мало, что толку не будет. У меня в стольне сейчас на промке 24. У меня еще меньше. У меня самое большое 24, остальное меньше. О, Петру построил. Олег, продолжаем дружить? Ну, в общем, если кто-то захочет распределиться, присоединяйтесь. Я уже никого не боюсь, так что я ни с кем не буду. Ну, аргументированно, да. Правда. Не, Арчи, эта игра создана была для тебя. Ты хотел мирно проиграть, и ты живешь один, по сути. Да, поиграл мирно, действительно. Не, ну мы с тобой должны были воевать, нормально. 334 армии. Камикадзе, ну что-то мой путь к Грею лежит через тебя, походу. Да я так понимаю, трагичная ситуация. Но я буду все равно обороняться рыцарями. Через реку. Мне надо еще русского брать, конечно. Сандра, а у тебя почему-то нету? Или ты не выучил еще, что ли? Походу нет. Вот зря так сделал. Я специально шел туда, ты сказал, что... Сейчас все сделаю. Камикадзе, ты можешь брать Санников с бананом? У меня есть предложение получше, я уже все сделал. Давай ты, мне, в принципе, без разницы, кто из вас. Проходи, родной. Мне нужно увидеть для тебя территорию. Слушай, откуда у тебя столько культур, не могу понять? Тебя... От ГГшки какой-то. От ГГшек, у него там две культурные точно. Там да, вроде да. Немец сказал, снесет сейчас культурку. Одна ГГшка дает плюс культуру от гавани, но у него гавань стоит культура две. Сарикир, будь добр, пожалуйста. 140 золотых монет, это очень ослабительница. Если это ты надо. Заинтересован в долгой войне между твоими соседями, будь добр. Так, что-то я хочу вспомнить, что там Петр дает и что дает. Я, пожалуй, откажусь. Сады. Откажусь. Ускоряет рост всех городов на 15%. Скорее. Норм, а Петра. Уже дали, спасибо. От всех лес к пустыне. Ну, сопку дадите еще, я арбалетчик справа. Сейчас я тебе скину. Сразу кто это? Да это по-любому грех. Конечно, кто еще. Слушай, ну я тебе прямо сейчас войну объявлю и разграблю торговцев. Хорошо. Да, объявляй грабь, что он там себе позволяет. Нифига себе, там у Новгорода место такое крутое было. Ой, у Новгорода, у Питера. Это у Питера отличное место. Просто офигеть. У Новгорода тоже неплохие места. Ну, у Новгорода, ну так, ну, обычные. Я обычно. Еще и Россию, у меня тут бонусов дофига. Сколько тут тундры. То, и сожрачка тундра. Нет проблем, лесов много. И вот рис. Пробки дофига. Я говорил, что по-любому нужно нападать, там, иначе он отожрется. Если дать ему развиться, его потом просто не остановить. Поэтому и поехал.
Ладно, водяную мельницу построим. Железо одно. Есть. А это кто немец спрашивает? Это немец спрашивает, у него с железом проблемы. Немцу не надо давать ничего. Прям какой-то ООН местный. Этому давать, этому не давать. Я бы этим даже купил бы железо. Давай мне, знаешь, сколько? 300 монет. Нихера себе. Это сделка века, друг мой. Лучше цену тебе никто не даст. Блин, ну обидно, конечно, что сейчас Арчи пойдет воевать. Я прям расстраиваюсь. Не расстраивайся. Как не расстраивайся? Не плакай. Я прям сейчас заплачу. Не успокаивайте меня, вы делаете только хуже. Не знаю, вот когда ты на меня пошел воевать, я обрадовался. Такой, классно, камикадзе идет. Не, ну смотри, если бы я с тобой воевал, да, я выиграл нормально. По-человечески, как вот на той группе, где не общаются. У меня бы было сейчас тоже 100 науки, да, плюсовать твои города. Мы с тобой, как ты знаешь, одна империя, разделенная разногласия. А смысл вот играть там, где не общаются? Это ж неинтересно. Это не, то же самое, что дуэльку. Не было такого беспредела совсем устаряющего. Какой же это беспредел? Это как раз все вместе играют. Это смысл ФФА. Если как бы это историческая как бы, игра, да, вот такие года лохматые, там никто никому деньги так вот не передавал с другого конца карты. Да. Джек, да, да ладно, не передавали. Там целый флот передавали был. Да, да. Джек. Что? У тебя там стоит разведчик, можешь его убрать куда-нибудь? Где деревни были, короче. Где? Вот, возле, между городом, где мои, где мой жемчуг. Where's my pearls? Ну, короче, вот слева от... Да. О, блин. Все, спасибо. А слушайте, а что мы с городами-государствами делаем? А что с ними делается? Да, что с ними? Ну, при войне можно же сразу и с ними мир заключить. Мы как, сразу заключаем мир или что-то там? Мы можем на 10 ходов. По-моему, сразу же нельзя. Можно. Это баг. Интересно. Просто вообще желательно 10 ходов ждать, но давайте договоримся. Думает. А может, так все задумано? Не-не, Джек, это баг, это ж работало именно 10 ходов проходит, и ты можешь сделать с ДГшками там make peace. А сейчас ты можешь объявил войну и сразу же заключил. Фигня. Грей, поляк тебя нашел. Он идет разведчик. Очень страшно. Страшно. Когда поляк тебя нашел. ДГшку забирают, потом ее освобождают, потом, если ее забираешь, она чья-то будет. Ну, то есть, это чей-то город. Все равно ее в нее можно послать, и она дает бонусы. Mm-hmm. Это да. Нет, подожди, если ты воюешь с ГГшкой, тебе кто-то войну бьет, ты можешь кидать в нее послу, она будет давать тебе деньги. Нет, я не понял. ГГшка будет чья-то, допустим, польская. Вот, допустим, есть у нас ГГшка, ну, образно говоря, есть Поленки. Ее забирает Польша, после чего ее американец освобождает, Польша ее опять забирает. И вот в эту Поленку можно, когда она будет под Польшей, будет кидать послов, и она будет давать все бонусы. Я просто что-то вот не помню, играл тут недавно, воевал с чуваком. Я не знаю как, но я получал с Занзибара деньги, короче. Он мне давал деньги на торговом этим. Ну, как коммерческую зону. Я не знаю почему. У меня был плюс от него.
Блин, у меня стольный универ строится за 3 года. Вообще идеально стольный. Нормально. Я их просто покупал за веру. Что-то у тебя веры-то маловато. Ну, у меня тогда было 100 веры вход, а он 2,7 стоил. И учитывая, что я еще не тратил, у меня там было... Американец, давай тоже продолжим. Может, сегодня еще фуфашечку рубанем, если что там? Через час, давайте закончим. А что это началось? Чего через час? Все, вообще, хорошо. Ну, вот как. А японец, я смотрю, решил все-таки побороться за Питер? Да. Ну, давай, мне... Я тебе с большим удовольствием его отдам, чем этому америкосу. Ну а что делать, видишь, если бы ты... Человека, который ты... напал на тебя со спины, ты с большим удовольствием отдашь, да? Не, ну я уже нападаю, когда тут все понятно. Я же... Со спины нападаешь, да, когда все понятно. Он нападал же, когда точно знает, что ну, победит. С моей стороны выглядит так, что это ты на него со спины напал. Он русский что, ко мне всегда это... лицом был. Союз кто-нибудь хочет? Да, да, давай. Смотри. Столица, если голова, то получается ты напал со спины. Я тебя не нашел. Это тоже. Сейчас ты скала там прямо пройди, еще вот найдешь. А, ну на следующий ход тогда. Ого, тут польской разведки ты прибежал. Я же тебе говорил, он обходит тут. У меня тут есть такая штучка похожа. Ну, отходи тогда мечником, русский. Иди там, юниты американцы убивай. Кир, давай армию строй. У нас тут корочка будет. Я селю тебе очень хорошо помочь. У меня арбалеты в каждом городе по ходу строятся. Вдвоем я тебе помогу немцев забрать полностью. А ты не понял, я тебя не буду забирать, я тебя сейчас все разграблю, чтобы у тебя вообще унылая территория была. Ага, ага. Хорошая тактика. Удачи. Тактика выжжена с земли. Ну пока что у меня получается. Ну ты пока что у меня две клетки разграбил. Две. Ну я плюс тебя убил уже нормально такие нитер. Ну да, ну да. Короче, Кир, строй армию, если хочешь. Получишь города немцы, я тебе помогу их забрать. Я бы не заморачивался вообще. Так, рыцари это кавалерия средневековья. Этот у меня действует видишь, на средневековье возрождение, а этот... Возрождение и промышленность считает, пока работать не будет. У меня есть заказармы крутые. А лучше бы предложил греку. Напасть в спину. Так, Фукуока, Такамацу, Токио. Вот из Окаямы ничего не бегает. Грей, вообще ты можешь как бы ко мне прийти на территорию, чтобы с ним воевать. Если ты сам камер. Да мне нечем. Себя-то я отбиваться буду за счет... стен и корпусов в предыдущих эпох, а к тебе чем идти?
все потому, что я черный. Нет, Панкратов, не поэтому. Такое именно, потому что я черный. Я почему-то вспомнил GTA 5. Помнишь, там, где начало игры, там тип был продавец в магазине, который машины толкал. Да, да, да. И он такой, типа, потому что ты... А, потому что я, типа, этот, араб, ты расист. Армян, армян. Ну, там, или кто там, я не помню. Да, он армян там. Ну, такой именно... Камикадзе, потому что я черный. Там в клетку залезь и забейся, понял? Нифига там арбалетов. Ты армию сливаешь, что ли, не понял? Ты мне хоть одного юнита убил? Ты пока мне вообще ни одного юнита не убил. О, ужас какой. Как я вас обожаю, ребята, вы такие друзьяшки. Ну еще бы. Они что-то друг друга ненавидят, не говорю, как-то странно. Причем такая какая-то боль именно взаимная. Да, помнишь, у меня были вот так простят. Потом было понятно все, как за что, почему. А вы слышали, да, казус Белли, человека? Я иду к тебе не чтобы тебя захватить, а чтобы тебя разграбить. Не, ну это Грей, он так всегда делает. Он как-то раз вообще пришел в город. А, это нормально для него? Он пришел ко мне в город, поставил от своей стороны там в 15-м радиусе. Это норма. От Грея все можно ждать. Причем здесь Грей? Причем здесь Грей? Это Джек. Это Джек. От Джека, да? Понятно. Я никогда так не делал. Это клевета. Я перепутал. От Джек. Он как-то раз мне сказал, там мертвое озеро было. Он говорит, это мое. А там от меня, ну, радиус 8 я хотел город поставить. Он пошел, не поленился и поставил город. Ты с жабой не путаешь? Нет. Не, я помню эту игру, да. Ну, помните, как я, мы, по-моему, пробовали тогда играть с модом, я был за Германию, а Джек был за Грецию, он, короче, пришел в город, поставил, выкупил клетки под чудом, которые были такие тухлые, типа, на 3 еды. А, да, помнишь, да, клетка за 3 еды. И мы с тобой минут 10 разговаривали, зачем нам не воевать из этих клеток. Ну с ним так сложно, он... да. Типа, с ним причем сложно, он выкупил именно одну вот эту клетку, единственную. Да. А кто хочет голды одолжить? Нет, он апается, ребята, уже в пушке. Давайте мне ничего. Да пушки-то и у меня сейчас будут. Я думаю, там что-то подальше. У меня и пушки, и кавалерия, как. Может подбиваться. Ой, да хватит хвастаться, блин. Все у него, там у него и пушки, и кавалерия. Ну реально красава, хорошо сыграл, как бы чего. Он может хвастаться, честно. Честно? Он соровал. Я готов объединиться с поляками уже. Под поиском флага. Да поляк уже капец подал. Построй там какой-нибудь юнит, ты более-менее сильный. Слышь, у меня тут рыцарь есть, успокойся. А, ну ладно тогда. Да не переживай за меня. Тогда все хорошо. Да. What can be labeled packaged? Кир, давай впрягайся. У меня сейчас мушкеты уже будут. У меня куча арбалетов. И генерал есть на эту тему. Фиговый инженер, да, он создает средневековье и древние стены. По крайней мере, одного ничего не сделал. В одного нет, признаю, но вместе с Киром. Сандра, накажи Джека. Просто я хочу поиграть, а не поупасть. За что? За что мне его наказывать? Вот скажите. Вот он и развивается, у него какой-то план. И зачем мне что-то сейчас куда-то идти? У меня вон там 6 городов нормальных. За то, что он вармонгер. Да. Кто вармонгер? Джек? Ты получишь еще 7 города, понимаешь? С малым количеством усилий. Но я... Война. Я для себя ничего не прошу. Вообще ничего. Только помоги мне его убить. Мне не нужны его города. Ребята, вы, конечно, красавчики. Я плачу, тут сижу. И ничего не прошу. Помоги мне его убить. Да... Слушайте, надо записать как-то. Кто это Джек и кто? Джек и
А я-то не нервничаю, это нормально. Толстой. Да, нет, Джек вообще как-то, вот он, у Джека бывает там упорочки, ну, типа за расселение, но в этой игре-то он вроде нормально, ну, как, нету таких. Да нет, я просто увидел, что там очень маленькая армия, почему бы не напасть? Ну, логично. Блин, а ты заметил, что у меня... Алёша так же. Маленькая армия, почему не напасть? У меня две военных ГГшки дают промп в лагерях, плюс я еще и австралиец. Круто! Вот и поговорили. Пацаны, вообще ребята. Кто-то может обидеть австралийцу, я мушкетов рапаю? Было бы круто. Не, я хочу заключить мир с Канди, это как-то... Я не знаю, как они играют, блин. Нет. Ну как бы по большей части получился, но не полностью. Давай откровенно, ты разграбил мне две клетки. Я тебя заставил построить армию, напрячься. Я бы все равно ее строил. А ты ее ни хрена не строил. Какие-то разборки местного масштаба просто. Есть такой. Региональный державы. Ты заставил построить армию, то есть ты дал ему буст, чтобы он построил армию. Зачем? Да, что-то как-то. Так можно было, да? Заставил его построить армию. Мощно. Я заставлю тебя построить армию. На тебе. Не важно, зачем, я заставлю. Ты будешь страдать. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.